этой выставке в школе искусств номер 2 готовились 5 лет. Придумывали и создавали костюмы, рисунки, плакаты, макеты, ролики, отбирали лучшие из них. В экспозиции можно увидеть работы, сделанные учениками ремесленно-художественных отделений, отделения дизайн, медиа-студии. За 5 лет изменилось достаточно много. Было много детей, сменилось несколько поколений. Здесь есть и работы ребят, которые уже выпустились из нашей школы. Представлены только детские, исключительно детские работы. Мы планировали здесь открыть выставку преподавателей, но, к сожалению, нам не хватило места, выставочного пространства. Центральное место на выставке заняли работы учеников отделения художественной обработки дерева. Это макеты древнерусской архитектуры и мозаика в технике маркетри. Целиком и полностью все эти экспонаты создали дети. Макет Саровского храма Иова Многострадального ребята делали целый учебный год. Первым делом здание нужно было сфотографировать со всех ракурсов. Потом создать масштаб нужный. Если неправильно создать масштаб, то просто такой макет один в один по масштабам построить просто невозможно. То есть мы сидели, все это сделали отрисовки, вот, создавали масштаб, и на основании уже этого размеров, то есть начинали уже конструировать. Выставка будет работать до 18 февраля. Затем в выставочном зале детской школы искусств номер 2 откроется экспозиция работ преподавателей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.